Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке я хочу рассказать, как проходит регистрация новых инвесторов в сообществе T-Box. Для того, чтобы зарегистрироваться в сообществе T-Box, надо зайти на официальный сайт сообщества T-Box, tboxworld.com, и на главной странице нажать на регистрацию. Регистрация в проекте T-Box займет у вас несколько минут, наберитесь терпения. У вас должно быть приглашение invite. Invite — это слово, которое вы можете прочитать на листовках. Это слово, которое может дать вам человек, пригласивший вас в сообщество. То есть слово, обозначающее привязку вас к этому человеку как реферал. Ну или реферальная ссылка, которая в принципе в ближайшие 2 недели перестанет работать и будет работать только слово invite. Также у вас должен быть рабочий электронный адрес почты. T-Box рекомендует либо Google, либо Yahoo. Ну и, естественно, мобильный телефон для подтверждения регистрации. Приступаем к регистрации. Пишем электронную почту свою. После чего вводим ваш инвайт. Ну, в данном случае у нас инвайт вот такой. Нажимаем галочку, что мы безоговорочно принимаем соглашение с правилами T-Box, и продолжить регистрацию. После чего вас перекидывают на страницу, где написано: на указанный вами ящик электронной почты было отправлено сообщение с дальнейшими инструкциями по регистрации. Заходим в свой ящик. Обновляем. Вот уже это письмо пришло. Здесь считаем. Если сделали вы регистрацию, то для продолжения регистрации необходимо пройти по ссылке. Ссылка на продолжение регистрации. После этого вы попадаете на эту страницу, где написано, что вас пригласил Василий Николаевич Ерема. То есть его инвайт мы вводили в данном случае. И регистрируемся мы его как его реферал. Выберите страну. Из выпадающего списка выбираем страну, где есть доверенные лица уже нашего сообщества. Ну, в данном случае мы выберем, допустим, Украину. Теперь запишем данные себе. И свой мобильный телефон. И перейдем к выбору доверенного лица. На следующей странице, которая откроется сейчас перед нами, мы должны будем выбрать доверенное лицо. Если вы получили инвайт от кого-либо, этот же человек и сообщит вам доверенное лицо нашего сообщества. То есть человеку, кому вы будете переводить деньги на хранение. Этот же человек и будет осуществлять вам в дальнейшем ваши выплаты. Выбираем Авдеев Игорь Степанович. И, допустим, у Авдеева Игоря Степановича есть следующие банки для перечисления. OTP, Дельтабанк, Приватбанк, Рефазенбанк. Ну, допустим, выберем Дельтабанк. Валюту, в которую вы можете вложить. Делать свои депозиты, ложить деньги на депозит. Это гривна, доллар, евро. Мы выберем гривну. Сумма операции. СОД. И придумываем пароль в личный кабинет. Повторяем его снова. После чего нажимаем «Завершить регистрацию». Регистрация прошла в проекте успешно. На вашу электронную почту отправлено письмо с дальнейшими инструкциями.